сюрпризов не будет. Капризы стал сначала стулья. Все остальное потом, сначала любовь. Вроде схема ясна. Сначала общаться с чувством радости. Итак, сегодня мы привезли пластинку «Пиратские копии». О чем пластинка, скажите, пожалуйста? Вот зашел я сегодня в гостиницу у вас, президент отель. Там на стене Си Цзиньпин, Джейкоб Зума, замечательные гости отеля. Вот и, собственно, об этом и пластинка о сегодняшней экономической ситуации в Башкортостане. Сейчас вот у вас идет тур по Уралу, до этого в марте вы выступали в Северной Америке. Как вот можно охарактеризовать какими-то простыми словами, отличаются ли люди? Да, отличаются. Здесь, конечно, в России у нас больше преданных поклонников, которые знают все наши песни наизусть. Вот, за рубежом такие люди тоже есть, но их чуть-чуть поменьше, поэтому интересно. По волнам вот таких разных отношений в группе идти и смотреть, что нас ждет дальше, там, за горизонтом.